Мор, слушай, у меня идея. Я вижу, ты открыт к моим начинаниям. Что такое? В общем, у меня гениальная идея. Мне кажется, мы можем снять видео, как мы проводим вечер в воскресенье и вместе готовим ужин. Мне кажется, классно снять влог, как мы вместе готовим ужин. Походу буду готовить я. Ой, еще ты забыл сказать, как всегда. Как всегда. Это неправда. А есть тоже будем под камерой? В общем, начинаем готовить. Первое, что мы должны с тобой сделать, мне кажется, это открыть бутылочку винца. В смысле первое? Я думал, это последнее. Нет, для вдохновения, для хорошего вечера. Ребята, будьте с нами. Скоро Мурик сделает такое, что никогда не делал. Это будет самое интересное. Ты не спросил бокал? Ты спросил бокал? Нет. Мы как лохи, смотрите, они еще с наклейками, потому что мы очень редко бываем дома, и чтобы мы их готовили. Ну что? Мы начинаем наше воскресенье! Сегодня будет у нас такой фермерский ужин. Мурат сходил на рынок и добыл нам вот такого цыпленочка маленького. Молодой деревенский картошечка. Молодую деревенскую картошечку. Мне кажется, будет очень вкусно. А тут вы майонез? О, круто! У нас есть чечилсы, домашний майонез. И у нас есть помидорки свеженькие. Да, Сашки, хочешь? Когда ты живешь в Дагестанце, зелень! Самое главное, побольше зеленюшечки. Причем всякие разные. Это что, это щавель? Это кир-салат. Какой щавель? Кир-салат? А еще. Видно лицо мое? Лицо нет. Ну, Мурат, что ты снимаешь? Снимай меня полностью. Снимай меня полностью. Самое главное, это приправки. Вот такие просто... Так, ну вон то это чабрец. Чабрец особенно не добавляют особо. Это в чай больше. Нет, чабрец да, а вот... Это розмарин. Розмарин? Да, причем ты мне не говорил покупать розмарин. Я его сам купил. Я его и вела. Жене больше, мне меньше. Я его и имела в виду. Я вроде не пила, почему-то. В общем, мы готовим цыпленочка, картошечку и салатик. Да? Да. Важная миссия. Разрезать цыпленка. В смысле разрезать? Ну забрать с ним по-мужски, это ты же Дагестан. А что с ним делать? Мур, блин, камон, соберись. О, ты чё? Картошка меня... Картошка? Кожу я сдираю. Жене больше, мне меньше. Ну, вырубай. Я вас позвала Портнягина. Идеальное сочетание. Наташа ест только огурцы, а я тут не знаю. Итак, финальная стадия. Салат уже готов. Слушай, а ты не хочешь добавить сюда эти? Чего? Зеленючка. Ну, кир-салат можешь, да, добавить. Вот. Ты перца ищешь туда? Ты же не любишь перец, или ты как со мной полюбила? Я тогда... Да, ты меня приучилась. Так, что там с курицей-то? Ну, жарится, там что-то парится. Прошел час. Ну, не час. Ну, 30 прошло, да? Ну. Мы уже налопались салата. Я сыр наелась.
Уже не глянула. Но выглядит супер, смотри. По-моему, она уже там все готовое. Не знаю, по-моему, наступил момент Х. Одно время настроить. Это очень. Так, раз. Ну, воскресный ужин готов. Мы наелись, пока готовили. Ну, это вкусно. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, а самое главное, комментируйте. Вдруг вам вам понравятся наши кулинарные вечера, и мы будем что-нибудь интересное рассказывать. Ну что, летаем? Угу.